Немного солнца в холодной воде. Этот год был страшный год запретов, сносов и гонений на все русское. Летом 2022 года жители Риги и других городов Латвии собрали более 10 тысяч подписей за то, чтобы Европейский парламент рассмотрел вопрос об оголтелой русофобии в Латвийской Республике. Конечно же! Когда люди ставили подписи, еще главный памятник, памятник освободителям в Парадаугове, не был снесен. И была надежда, что эти подписи смогут остановить снос памятника. Это не произошло. Однако живые люди, люди, для которых русский язык и русская культура являются родными, в Латвии продолжают жить. И эти люди, мы, являемся объектом определенной политики политики со стороны общества, со стороны государства. И эта политика в последнее время стала выражена недружественной. Мы понимаем, что виной тому война, которая идет сейчас на Украине. Эта война запустила цепь событий, о которых я говорил. Сносы, запреты на все русское, ликвидация русского образования и так далее. Но как долго это будет продолжаться? Это зависит от нас, это зависит от властей Латвии, и это зависит от отношения Европейского Союза. В конце декабря Комитет по петициям Европейского парламента принял решение включить в повестку дня нашу петицию. Она будет рассмотрена в первой половине следующего года. Само по себе это уже позитивное изменение. То есть мы, русские Латвии, остаемся своими для части, для большей части Европейского парламента. В этом есть надежда. И еще один позитивный момент за то, чтобы петиция, петиция русских Латвий была бы рассмотрена в Европейском парламенте, голосовали наши старые друзья, то есть представители левых фракций. Несмотря на то, что Татьяна Жданок является сейчас внефракционным депутатом, наши старые деловые, политические, дружские отношения с левыми фракциями Европейского парламента в силе. За то, чтобы наша петиция была бы рассмотрена в Европейском парламенте, проголосовали зеленые, левые социал-демократы и часть либералов. Это хороший результат, и мы надеемся на положительные изменения в наступающем 2023 году.